Свои мысли – это самое правильное. Тоже хорошо получается. Я записала первую. Я только сейчас поняла. Ну а как? Вот они два разных. Смотри, разное лицо. Да нет. Да-да. Ты слышишь? Я тебе говорю, что я в телефонах нифига не понимаю. Понимаешь? Потому что я что, шучу, издеваюсь. Не трущу, он обычно ездит с четырьмя камерами. Мне надо как шахтер, вот здесь вот каска, фонарик и камера, понимаешь? У меня тут две камеры, я мог выставить, просто я не думал, что такое будет. Мы в воду прыгали с камерой. Геннадий Петрович, оказывается, я записала первый ролик. Ну, хорошо. Вот он. Я просто включила, выяснила, что... Смотрите, надо звук поставить, будет. Дорожный звук надо, обязательно надо. Дорожный звук. Как бы такой будет, как у Левитан голосом. Говорит и показывает. Да-да-да, вот именно дорожный звук, именно вот это, шоссейный. Это будет начало. Ну, кушайте, кушайте. Друзья мои, вот я, например, не доем салат однозначно. Ну, ничего, не страшно. Не страшно. Да, кушайте сколько, скушайте. Гентроль доест. Мне кажется, Гентроль тоже уже наелся. Да, сейчас еще яичнички и хватит. Куда столько много? Здорово. Можно отменить яичницу? Яичницу одну можно отменить? Можно одну яичницу отменить? Конечно. Пожалуйста, спасибо. А мне, Марин, не отменять. Я не смогу просто все это съесть. Мне, Марин, не отменять. Я что-то здорово вообще отменила. Кто мной руководил, когда я читала это меню? Геннадий Петрович говорит, 4 яичницы. Я говорю, нет, мне 4 надо, 2. А вас, казаков, не понять. Это же казаки донские. Мне лично вкусно все. Кафе «Высота». Ты что ли? А мы тебе масло пить. Тост казачий. Итак, перед нами прекраснейшая леди Виктория Масло, которая нам скажет тост настоящий, казачий, донская казачья. Любимый тост? Любимый тост. Скажите, пожалуйста, Виктория Масло. Ой, жена казака, как река, с мужем легка, а надо, как любого врага, разобьем и берега. Браво. Аплодисменты. Браво. Это была Виктория Масло. И есть будет телеведущая нашего Авто-ТВ. Доброго здоровья. Где ты есть бутылка? Просто расписаться. Да, она вначале сказала, ничего страшного, нет, да. Ерунда. На тон снимал. Смотри, как красивую я остановку сделал. Молодец вообще. Огромное. Сейчас я подогрею? Да не надо, да, я ужасно. Так нормально. Ничего страшного, ничего вкусного. Да он теплый, не, у меня очень горячий. У меня стоит уже. Валерин забыл все и вся. Сто раз боролся. Целый майор у вас, короче. Целый майор. Я напишу для себя. Так, Виктория Маслова, но я не майор, я актриса. Я понимаю. Я играла майора, да. Ты играла майора? В фильме «Власик», который недавно прошел. Сериал. Да, полгода назад. По Первому каналу. «Тень одиночества Сталина». Да, который охранял Сталина. А как ты еще, главный герой у тебя был, ну, имеется в виду, напарник? Сам Власик, Иосиф Виссарионович. И вас я не забуду, я знаю. Пожалуйста. Олег Бульханов. Олег? Олег. Бульханов. А, Бульханов? Да, скоро служит в кино. Убить, сгореть, подорвать. Актер-каскадер. Кинозлодей. Ну и прочее, в общем-то. А еще самое главное, я скажу, больше. Люблю это дело. Дороги, фильм «Путь». Как «Путь» ты снялся, так и пошел, называется. Ну, почти так. Я просто говорю, «Путь». «Путь» тоже можете посмотреть, там играет злодей, которому половину головы отрубили. Да, вы что? Да. Злодей, а, нет, шею как раз отрубили. Я до сих пор не голову видела. Отрубили ему. Очень смотри, потому что там руки сделали отрубают. Сделали ему там специально этот восковую модель. Так, красиво, очень похоже. Только как рапанули, он такая голова съехала. Очень. В нашем фильме впервые играет первую роль слоя. Это Николай Иванов до депутатства. От тюрьмы до депутата. Это мой любимый спортсмен. Да. Он ушел депутатом. Мой любимый спортсмен. Майкл Мэдсен. Майкл Мэдсен играет американского героя. У нас там российская, американская, китайская, таиландская кино. Мы снимали впервые, больше ни одна картина не снималась там. Ни одна картина. Где? В Шаолине. В Шаолине снимались? Прям они работали.
А знаете, почему так? Много денег вы заплатили. Потому что много они сами, к нам пришли. Знаете почему? Спасибо огромное. Потому что фильм «Путь», и тогда с тем, что туда приехал, не смогли договориться, и вышел, значит, монах, главный по Шаолиню. И говорит, ага, че вы-то приехали? Вот к нам приезжал Путин ваш. Ага. И вот этого ребенка, говорит, там Шаолинь с маленьким постоянно брал. Вот это да, а вы-то почти никакой молодец. Он подходит, вот у тебя, да. Берет к этому ребенку, подходит, вот именно да. Он будет играть на кино. Вот именно да, вот. На левое плечо сажает. Вот, видите, да. А этот монастырь, настоятель монастырь смотрит, говорит, ничего не понимает. А что вы взяли это? Знаете, говорит, фильм «Путь» вообще-то. Это фильм Путина. Все, что хотите. Это Вова все, сказал? Все, что хотите, да, Вова. Фильм «Путь». Вова вообще приколист, там не поймешь, серьезно он разговаривает или шутит. И понеслось. Все, вы, говорит, не поняли, а почему это кино сделал? Все, это было единственное именно кино, допущенное на съемочную площадку именно в недре, вот прям. Не как путешественники, а именно как киношники. Никогда ни одна кинокомпания мира не снимала кино. А у меня получилось. А еще китайцы, они не любят тайцев вообще. Тайцев не любят. А тут главное, ну как бы один из эпизодов. Да, один из эпизодов. Играет тайц. Даже допустили этого тайца. Он там играет типа монаха, короче, шаолинца. Потому что он продолжает его историю этого. Представляете, вот этот момент. Фильм «Путь». Вот так. И он, по-моему, из нескольких эпизодов состоит, да? Угу. Воспоминания героя. А самое главное, я вам скажу больше. Это фильм, на самом деле, правительский такой. Потому что герой, главный герой, положительный, Дмитрий Носов, он сидит в кабинете, сказал, я очень хочу кабинет с видом на Кремль. И он стал депутатом. И у него был кабинет с видом на Кремль. А когда у меня брали интервью... Ты кусил меня за руку, показывал прием на передаче, как резанул меня за руку. Я, ты что делаешь? Синяк был потом. А он реально этот прием, что ли? Ну, типа, души, а я тебе показал самооборону. А, это из разряда того, что когда тебе берут одну точку, ты делаешь, отвлекаешь внимание на другую? Да, ну только покажи. Ну, просто покажи, что он укусил. Кошмар. Он ее укусил. Другой тебе момент, когда у меня интервью брали и сказали, вот ваш герой там тут положительный, который, кем вы работаете, он там, в общем-то, даже кабинет с видом на Кремль. Я сказал, нет, мне больше нравится с видом с Кремля на площадь. Раз. А, точно! Он-то не сказал, поэтому он в Кремле до сих пор не может находиться, а я был в Кремле. И оттуда наблюдал именно Красную площадь. Я когда-то в Кремле делала маме... Да, маме на день рождения ужин. Зарабатывала очень мало, но я сохранила все деньги, сняла отдельный кабинет в Балчуке с видом на Кремль. Правда, да, я реально, я просто себя во всем ограничила. Я просто хотела сделать день рождения маме. Виктория и был у нас вид на Кремль. Я привезла бабушку. Она пришла, перед нами стоял повар какой-то азиатский, который перед нами рубил этих лобстеров и все остальное. Бабушка вообще не понимала, что это такое, потому что она кроме раков ничего не видела. Да. А тут такие вот раки просто с руку. И вот он все это рубил. И Дима Хворостовский тогда еще был жив. Я влетела в Балчик, я как бы бегом шла, бабушка медленно ходит. И я влетаю и лбом упираюсь ему вот так вот в грудь. Я говорю, извините, понимаешь, я Хворостовский, говорю. Так выругалась шепотом. Говорит, да, пожалуйста, проходите. Вот так вот. Потом мы с ним еще даже пели в этом зале. Только он пел свою программу, а я пела уже там шансон для всех остальных. Да, Балчик, Хаят. Вечер именно дороже, по своим мнениям, это лучший в мире. У нас вчера было мероприятие, где сидели знаменитейшие режиссеры. Я с двоюродной сестрой Валерии выступала, да? Наташа. Когда поет в ресторанах, она очень хорошая певица, кстати, вспоминаю. Академ. А там генерал, он такой почувствовал, на следующий год у нас 10 лет, и у нас будет снята для этого квартира. Генерал сказал. Поэтому мы вас тоже приглашаем на следующий год. Кинофестиваль над гранью. Обязательно приезжайте, конечно. И турнир «Денюшка».
синяя чайка. По рукопашному было. Да. У нас мордобой скупился. Саша Дедюшка был такой актер. Очень известный. Вы его знаете. Он снялся в очень именитых таких фильмах. К сожалению, произошла трагедия. Вся семья разбилась. Он и его супруга. Дедюшка. И в честь его основан этот фестиваль, который еще сопряжен с военными силами. Два фестиваля проходят, точнее, у нас это фестиваль, у них называется, можно сказать, соревнование, правильно я говорю? Да, турнир. Турнир. Но дело в том, что фестиваль военно-патриотического кино, соответственно, вместе с турниром, они просто в Лузу ходят просто вместе. И это настолько патриотично. Ваша семья военных, тем более через вас, мы все время ездим туда-сюда. Вам давайте обязательно нужно приехать. Давайте телефон мы записали, да? Мой телефон. Мой у меня телефон. Мой телефон. Вы лучше Алика спрашивайте. Я хотел бы вашу всю Ларсену семью военную детьми пригласить на турнир «Дедюшка» на следующий год. Я говорю, что у нас постоянно. Мы это заберем, может, с собой. У нас за 1500 километров. Заберем. 8977. Можем еще взять одну целую. 8977. 920. Для моей подруги Алины Сергеевой. И второй. 8 909 155 9055. Для моей подруги Алины Сергеевой, которая снималась в кино. Алечка, моя кошечка, мне очень жалко, что тебя не было с нами. Вот сейчас мы едем, не поверишь. Ты знаешь, что это для меня значит. Мы едем в Дивеево. Упал такой шанс на мою голову вместе с Геннадием Петровичем Балаховым, вместе с Аликом Брюхановым, с которым мы давно уже знакомы. Вот. Все. Сейчас на Инстаграм кто-то отправляет. Это не Инстаграм, это я отдельно лично отправляю. Да? Я не выкладываю. Не знал, слушай. Это сейчас нет. Вот, так вот, я вам говорю. Максим, мы сейчас вместе снимемся, да? Да. Турнир «Дедюшка» вас ждет и киносвязь на грани. Киносвязь на грани. Не забудьте позвонить. Не забуду, я бы все материалы дал. У меня, блин, там брошюры все. Меня все разобрали. Все на автограф разобрали мне. Все. У меня с собой было, чтобы я раздавал. У меня уже Владимир все разобрали. А вы на обратном пути здесь поедете? Другой дороге? У нас вот водитель. А, я думаю, что другой. Мы же в Москву поедем дальше. Вы в интеллекте обязательно сюда заезжайте. Это Геннадий Петрович. Вы можете даже заранее позвонить, чтобы я уже вас... Ну, да? Другом встретили, как а я уже подумала об этом. Так. Когда в следующий раз будем ехать, можно позвонить заранее. Да. А здесь как гостиницы или... У нас есть там, у нас на третьем этаже есть... Здесь есть гостиница, один номер, да? Да, сейчас он в данный момент занят. Нет, нет, все хорошо. Я говорю, что курс, что здесь, оказывается, еще есть. Чего? Гостиница наверху есть. Ну, сейчас уже не гостиница, а то ли понадобится. Ну, в следующий раз, если вдруг... Доброе здоровье, спросим, свои, короче, пироги. Мы такие киношники, больше чем. Один Петрович, он как это, строитель ведущий, как говорится. Оля! Притом я скажу... Оля, не угощай, ничего не... Да не надо, вы и так у вас... Да что вы, у нас все нормально. Олег, не забудьте, не скидку какую-нибудь. Да не надо никакой скидки, не надо, вас угощай. Нет, 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 не надо. Это правильно. Обязательно отправь вот эти приглашения. А, можно написать, пожалуйста? Дело в том, что нам есть чем платить. Да. Поэтому у вас будет. Вы не подумали. Вот у нас когда не будет денег, тогда спрашивайте. Что нужно написать? Напиши, пожалуйста. Что нужно написать? Я не понимаю. Ну, пожелания. Кафе, салатлейка, налейка, залейка, подлейка. Тогда не здесь, вот здесь. Здесь у нас все эти благодарности. Подлейка, напишите, что вам хочется. А какие напитки у вас там антистрессовые? Домашнего производства нету? Ну, самогончика там такого? Нету. Вот если пока знак я услышу, да, вот внимание. Там батюшка будет недоволен, если мы с напитками. Сейчас с напитками. Нет, просто вдруг турист, который будет заезжать, мы должны узнавать. Если вдруг они захотят, вдруг. Нет, у нас вообще здесь... Держите домашний. Домашнего нет. Нет, вот домашний, так и говорите, есть понятие иметь лицензию, но мы не имеем права, а если это домашняя наливка, она вроде бы можно, потому что не запрещено законом. Домашняя наливка. Да, домашняя наливка, налейка, да. Все. Домашняя наливка. Поэтому можно смело, я вам серьезно говорю. Как правило, туристы или просто люди, которые по Золотому кольцу, оно все равно, они хотят попробовать. Нормальное явление. Ничего такого. Не ради пьянки, а ради вот такого, знаете, русского бахвальства. А так бы не отвыкнут от него. Ну, это доброе здоровье сказал, от меня сказал. Не ради пьянки, а здоровья для. Давай, Геннадий Петрович,
Я уже написал, все. Тогда я пошел. Давайте. Давай, ты все покушал, все нормально? Все так точно, я суп съел, это вообще просто наелся даже. Вот сюда или сюда? Где хотите. Я обычно всегда себя рисую. Да. Смотрите. Он же знает, как себя нарисовать. Да, видимо, да? Вот так. Не вот. Похоже, что-то. Аниме какое-то. Аниме, да, аниме. Я в Японии был, не аниме, так и говорится. Неважно. Смотрите, побед. Ребята, вы на улице фотографируете. Побед. Виктория, подожди, я вас фотографирую. А, да, сейчас фотографирую. На мой телефон. Это Котя. Сава Слейка. Сава Слейка, да. Он взял и слился. Слейка. Это супер налейка.